В общем-то, всем привет, няшки-поняшки. С вами сегодня Калиса Молпичанал. И сегодня хочу вам показать мою коллекцию My Little Pony. Но, во-первых, я обещала там одной девочке. А во-вторых, я хочу вам тоже вот ее показать. Во-первых, вот у меня есть вот такой вот замок. Так. Ну, давайте же начнем. Я хочу вначале показать вам мелких пони из киндеров. Ну, сначала вот у меня есть вот такая вот Твайлайт. Я ее отдельно купила, потому что, ну, хотя она в киндере была ликорном, но, как видите, у меня уже почти все пони, ну, есть, кроме Твайлайт. Вот. Я купила такую, как вероятность, что мне появится именно она, мала. Была мала. Вот у меня вот этот единорог мелкая. Вот пони из киндеров. Это вот она. Райти. Вот Эпплджек. Вот она, наша Флаттершай. Наша милашка. Вот Пинки Пай. Вот там пауз первый, вот этот Пинки Пай уже второй. Просто, понимаете, как бы мне глаза немного отличаются. Ну, сейчас покажу. Ну, вот видите, немного они различаются. Вот. Дальше у нас Rainbow Dash. Да, вот Нана. Вот, единственный недостаток, что у Райти ее фиолетовая, а тут она какая-то темно-синяя. Вот. Так. Вот у меня есть такой вот замок. Вот Твайлайт. У меня в короне. Вот у меня Эпплджек. И надела к остальной заколке, там почесочка такая. Она была вместе с принцессой Кейденс в набое. То есть они были в одном набое. Вот у меня тут. Ага, осталась вот такая вот заколочка. Да. А вот она у меня заколочка фиолетовенькая, потом розовенькая. И вот такое вот ожерелье. Правда, я сначала думала, что это браслетик. Вот так вот. Дальше у меня есть вот такая вот пони прозрачная. Вот я Лилия назвала. Вот она. В общем, у меня вот эти вот штучки, они вот так вот сыпятся. Вот. Дальше вот ее назвала Калиса. Вот. Она из той же серии, что и вот Бон-Бон. То есть вот Rainbow Rocks. С этим ожерельем вот. Вот. Дальше у меня есть вот такая вот Twilight. Это была моя самая первая игрушка My Little Pony. Вот такая вот Twilight. Но она раньше, она сейчас сломанная. Раньше, ну, в темноте светилась у нее голова красным, и она там пела My Little Pony, там какую-то там песенку. Вот. И также у меня есть вот две вот такие вот пони, но они из той же серии, что и Twilight. Вот такие вот для ванны Пинки Пай. Играйте. Да, вот этот замок. Ну, собственно, вот это была моя вся коллекция My Little Pony пока что. Вот вся моя коллекция. Что ж, всем пока.